Всем привет! С вами Наташа Пархоменко, и вы смотрите мой кулинарный канал. В этом видео я с вами поделюсь рецептом очень вкусного и быстрого приготовления второго блюда. Я приготовлю вкуснейшую и ароматную итальянскую пасту карбонара. Ну что ж, приступаем к приготовлению. Для приготовления пасты карбонара я уже поставила воду на плиту для того, чтобы отварить спагетти. А сейчас подготовлю грудинку и сыр. Грудинку нужно нарезать на небольшие кусочки, сыр натереть на мелкой терке. По классическому рецепту используется твердый сыр пармезан. Но так как этот сыр не всегда купишь в ближайшем магазине и он стоит очень дорого, я думаю, что сыр пармезан можно заменить на любой другой твердый сыр. Получается также очень вкусно. Грудинкой и сыром справилась, а сейчас подготовлю заливку для нашей пасты. Я взяла 2 яйца и 1 желток, вбила в судочек, немножко добавлю перца черного молотого, и теперь все нужно взбить венчиком. Я все взбила, теперь сюда же к яйцам добавляю практически весь сыр. Сыра немножко оставлю для того, чтобы спагетти посыпать немножко сверху. И все хорошенько теперь перемешиваю. Подготовительные работы все сделала. Тем временем вода у меня уже закипела. Воду нужно немножко посолить. И теперь в кипящую воду я отправляю обычные тонкие спагетти. И буду их варить до состояния альденте. Нужно, чтобы спагетти были не сильно мягкими. Спагетти у меня варятся. Теперь я взяла сковородку. В сковородку налила немного оливкового масла. Масло уже хорошенько разогрелось. И теперь в сковородку отправляю нарезанную грудинку. И буду обжаривать до того момента, чтобы грудинка подрумянилась. Грудинка у меня уже обжарилась, посмотрите, какая она румяная, аппетитная. Спагетти у меня уже готовы, и теперь спагетти достаю из воды и сразу же выкладываю в сковородку к обжаренной грудинке. Все спагетти выложила в сковородку, теперь нужно все аккуратненько перемешать. Уже пахнет просто замечательно, выглядит так красиво. Я все перемешала. Теперь сюда же наливаю приблизительно 50 миллилитров воды, в которой варились спагетти. И теперь сюда же выливаю сырно-яичную заливку. Как я только ее вылью, так выливаем. Теперь мы выключаем плиту. И все перемешиваем в течение 1 минуты. Пасту я насыпала на порционное блюдо. Теперь ее нужно немножко притрусить сыром натертым. И сверху еще посыпать немножко молотым черным перцем. Паста карбонара готова. Ее обязательно нужно подавать в горячем виде. Вот такое вот очень вкусное блюдо можно приготовить очень быстро на обед. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления пасты и вы ее приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. Приятного аппетита и до новых встреч!